Всім привіт! Ви на каналі Українки. Яка з початком повномасштабної війни Росії в Україні вимушена була поїхати в Німеччину. В Німеччині я працюю і вивчаю мову. Ребята, у мене на Ютубі є давня-давня дужка-подружка. Ми з нею познайомились, я вже навіть не пам'ятаю. И не знаю как, еще до войны. У нее тоже есть канал, называется Танчоха Слав. Я когда буду писать комментарий, я обязательно в своем комментарии прикреплю название ее канала. Эту душку-подружку, Танечка, прости меня, пожалуйста, ты не просила ни о чем, это моя сугубо личная инициатива. Зовут Танечка. Танечка живет в самом-самом центре, ну, скажем так, в самой прифронтовой зоне. Она живет в городе Славянске или Славянске. Каждый божий день Таня испытывает по понятным причинам страх, потому что страшнейшие, ужаснейшие звуки войны она слышит каждый день. И вместе с тем она сохранила самое главное – человечность, человеческую душу. Именно человечности не хватает многим из нас в такое тяжелое и трудное время. Именно человечность нужна сейчас каждому и по отношению к каждому, вне зависимости, на каком языке мы говорим, как мы выглядим и как мы одеваемся. У Тани огромное, большое, пылающее и любящее сердце. Она любит каждую букашку, каждую таракашку, каждое живое существо. Этой любви просто нет предела. Вот буквально сегодня вышло видео на канале, Тань, я его еще не смотрела, где она, скорее всего, увидев лебедей, обращается к людям, что нужно помочь птицам в холодное время, нужно их поддержать. У нее на канале много хороших и классных кулинарных роликов. И я для себя выделила очень один интересный салатик. Я не знаю, как он называется, но я его буду называть «Мама Таня». И сегодня я его приготовлю. Каким он будет, вы узнаете, когда посмотрите этот ролик. Я вам покажу сейчас продукты, которые нужны будут для этого салата, но это еще не все. Смотрите, у меня 3 яйца. Одно, второе и вот еще третье. Луковица средних размеров и вот такое вот красивое, аппетитное красное яблочко. Но это еще не все. Первым делом я нарезала лук. Лук надо нарезать не мелко, как и все остальные ингредиенты в этом салате. Затем этот лук мне надо замариновать. И я его заливаю крутым кипятком. Когда лук постоял несколько минут в кипятке, кипяток сливаем и переводим лук в чувство. Заливаем ледяной водой прямо из морозилки. Таким образом лук должен остаться хрустящим. Дальше отварные яйца нарезаем тоже не мелко, как и лук. Это так Таня сказала, что надо не мелко нарезать все продукты. Ну вот. Примерно такими вот дольками. Дальше с яблоком без фанатизма разрезала на 4 дольки, убрала семечки, жесткую часть, не срезала кожуру и тоже нарезаем не мелко. Примерно где-то как и яйца.
У меня яблоко крупновато, поэтому вот так вот соломкой и разрезаю пополам. Но все равно это яблоко нарезается не мелко. Яблоко и яйца уже в миске. Теперь сливаем воду с лука и отправляем в салат. И главная интрига этого салата – селедка. Да-да, в Германии она, кстати, немножко другая, не такая, как в Украине. Это у меня совсем какая-то нежирная. Ничего страшного, имеем то, что имеем. Нарезаем селедочку, тоже не мелко. Ну и пополам. Так вот я думаю, что будет нормально. Компоненты, все ингредиенты берем на глаз. Таня сказала, что примерно все должно быть одно к одному. Смотрите, я не стала дорезать всю селедку. Вот такой вот небольшой кусочек у меня остался. Всего у меня было 256 грамм селедки. Так, ну что, хорошие мои. По рецепту, как у Тани, заправлять салат буду, прости меня, Господи, майонезом. Надеюсь, что солить этот салат не надо, потому что тут же достаточно много селедки. Дальше салат перемешала с майонезом уже без вас. Ребятки, я тайком без вас, конечно же, попробовала не на камеру этот салат. Что я сделала? Я дорезала всю оставшуюся селедку, потому что этот салат я не солила. Очень интересное сочетание, очень вкусное сочетание, необычное. Яблоко, лука, селедки и яйца. Я даже, честно говоря, такого вкуса интересного не ожидала. Обалденно! Обязательно попробуйте приготовить такой салат. Вы не пожалеете. Танечка, спасибо тебе огромное-преогромное за нашу с тобой дружбу и за этот прекрасный и замечательный рецепт салата. Самое главное, что мы всегда помним, мы готовим с удовольствием и с любовью. Всем пока-пока!